Смастерим цветной клей. Нарежем на цилиндры. Нальем прозрачного клея. Заполним каждую баночку разноцветным раствором. Используем крепление от свечек вместо крышечки. Цветной клей поможет раскрыть творческий потенциал. Поприветствуйте нового ученика. Эмма, всем привет! Я Джек. Его перевели в нашу школу. Какой он милашка, просто прелесть. Присаживайся на свободное место. Будем соседями. Сегодня мы будем делать обруч единорога. Можешь брать мои материалы. О, а клей у тебя есть? Возьми мой. Нет, мой. Конечно, держи. Упс, что-то я переборщил. Бу! На переменке школьники принялись знакомиться ближе. Нарежем на прямоугольники. Листы из пластика. Рисуем милые глазки. Цветочки. Дневник единорога хранит тайны и мечты. В школьном коридоре суета. Малыши спешат на урок. Пока есть время, сделаю в дневничке запись. Джек, моя любовь. Где же мой кабинет? Упс. А это что, ты обронила? Только не это. Стефани, постой. Ты ведь тоже мне нравишься. Даже приготовил тебе подарок. У нас сложилась новая пара. Милейшая альпака. Переноска пригодится. Уплотняем стенки изнутри фоамираном. Вау, облачные обои. Ламинат не годится. Обклеим пол экомехом. Единорожка оставил радужный вихрь. Конструируем мебель. Закрепляем зеркальце. Кровать украшена радугами. Подготовим поролоновые детали. Смастерим кресло из бьюти-блендера. Застелим сиденье. Из крышки и пластиковых контейнеров изготовим столик. Последний штрих. Украсим верх рюкзака. Домик точно понравится маленькой единорожке. Что за удивительное местечко? Чудесные единороги гуляют и общаются. Мамуля, смотри, он настоящий? Конечно. Устроим пикник. Мамочка, а они едят пирожные? Все любят сладкое. У меня есть еще один сюрприз. Не подглядывай. Смотри. Радужный домик. Спасибо, мамуля. Мы поможем обустроить комнатки. Милая кроватка. Вау, мебель сама полетела по радуге на второй этаж. Здесь так замечательно. Подарок от меня – диванчик. Спасибо, мамуль. Ух ты, Венди, покажешь нам домик. Подружки устроили чаепитие. Новоселье прошло очень весело. Радужная ручка. Из окомеха сшиваем крошечную сумочку. Золотая петелька. Разбираем ручку. Облепляем деталь. Формируем розового единорога. Деревянная палочка распалась на щепки. Поставим деление. В радужном пенале полно красочных канцтоваров.
начался урок химии. Где же наша Стефани? Простите, мисс, я готова. Сколько интересного в твоем пенале. Можно попробовать карандашик? Стефани, покажи нам цинк и марганец. Сейчас. Устрою для нее суперпранк. Паук? Стефани, извини. Не бойся, он совсем ручной. Ну ладно. Друзья помирились и вместе отправились на переменку. Розовый фоамиран. Рисуем спинку рюкзака. Добавляем дно. Приклеиваем небесные обои. Выстроим второй этаж. Украсим домик пушистой каймой. Сверху красуется рог. Со второго яруса струится радуга. Миниатюрный домик-рюкзачок можно захватить с собой на прогулку. Стефани играет с любимыми куклами. С новосельем, куколка! Крошка, присмотри за сестричкой. Я скоро вернусь. Люси, хочешь вместе расставим мебель? Смотри, какая милая кроватка! Девочка отвлеклась, и сестренка осталась одна. Тебе не нужна мебель, запрыгивай! Поместился. Хороший мальчик. Люси, что ты натворила? Доченька, ты расстроилась? В вашем домике можно играть и с мебелью, и с собачкой. Малышка просто придумала новую игру. А вся мебель цела. И правда, места хватит для всех. Разноцветные слаймы. Получились цветные комочки. Складываем слоями в контейнер. Радуга. Подружки пришли поиграть на детскую площадку. Что же выбрать? Каждый нашел развлечение по душе. Испытаю удачу в автомате игрушек. Выпал слайм. Ребята, смотрите, какой он блестящий и радужный. Все детишки с удовольствием играют чудо-слаймом. Дисплей на месте. Добавим блестящую рамку. Украсим стразами. Из скрепки получится подставка. Кому достанется этот милый планшетик? Стефани упорно пыталась пройти уровень любимой игры. Ну давай же! Все заново! Мам, с ноутом что-то не так. Он задымился, все погасло. Да, дела плохи. Алло, мне нужен хороший планшет. Мисс, получите посылку. Ух ты, мамочка, что там? Какой красивый планшетик. Посмотрим Лалилу. Семейные посиделки за просмотром мультфильмов. Используем пластиковый контейнер. Удивительные цвета. Украшаем крышку подвеской. Наколдуем набор карандашиков. Бумага в комплекте. Чемоданчик с карандашами для творческой малышки. Стефани отмечала день рождения с подружками. Девочки, во что поиграем? Хотите в фабрику игрушек? Или потанцуем как балерины? Может, сделаем прически? Все надоело. Доченька, а вот подарок от меня. Творческий чемоданчик. Нарисуете меня? Давайте попробуем. Чудесная творческая атмосфера. Это самый милый и ценный мой портрет. Наполняем воздушным пластилином. Обрезаем пластиковую крышечку. Окрашиваем в яркие цвета. Клей Elmer's необходим для маленьких рукодельниц. Принцесса посетила муза. Все принялись рисовать. Хотела бы я жить в таком домике, а у меня автопортрет. Как успехи, девочки?
Смотри, что мы нарисовали. А давайте устроим выставку. Обклеим всю комнату. Подай-ка сюда клей. Что происходит? Ох и непоседы. Эльза, отдавай клей. Какой клей? Бежим! Посмотрим, насколько хорош ваш клей. Можно попивать колу и наслаждаться тишиной. Так-так, этот принт подойдет. Сворачиваем коробочку. Такой милый. Добавим атласный бантик. Кофе-тайм, палочка нам пригодится. Шлифовка. Наносим деление. Линейка со снежинкой. Специально для Эльзы. У кукол должен быть свой ластик. Маленький набор канцелярии и две восхитительные ручки. Школьные принадлежности собраны. Все готовятся к урокам. Дети, все по местам. Сегодня контрольная. Упс, я не готова. Только не это. Повторяем теоремы и достаем тетради. Упс, снова опоздала. Девочки, рядом с вами будет местечко? Вау, у тебя такой классный пенал. Новенький. Хотите, подарю вам две ручки, все в блестяшках. Эльза, ты снова срываешь урок. Потише. Кажется, заболел. Контрольная отменяется. Всего лишь морозная магия. Отрежем крышечку контейнера. Рисуем камеру и лого. Сверкает страз-вспышка. Кристаллы сияют, словно льдинки. Последний iPad стоит целое состояние. Как знать, может, игра на скрипке поможет заработать деньжат. Чудесная мелодия привлекла слушателей. Кто это играет? Наверное, известная скрипачка. Ого, спасибо! Очень рада, что вам понравилась моя музыка. Здравствуйте! Как думаете, заработанных денег на что-то хватит? Даже на планшет Frozen! Своим трудом она смогла исполнить давнюю мечту. Контейнер для линз перекрасим в белый. Добавим голубых разводов. Расставляем колечки. Заполняем цветами. Чудесная акварель. Не хватает кисточек? Щетинка и трубочка очень удобно. А зубочистки превратились в набор цветных карандашей. Мастерим альбом для рисования. Материалы легко захватить с собой. Эльза посещает художественную школу. Тема сегодняшнего урока – фигура снеговика. Простите, немного опоздала. Рассмотрим строение Олафа. Будьте внимательны к деталям. Посмотрим, что у вас получилось. Вау! Бррр, от такого рисунка так и веет холодом. Вот это реализм. Упс, простите, я не хотела всех заморозить. Разделяем фоамиран на детальки. Собираем каркас рюкзачка. Проделываем отверстие в полочке. На нижнем ярусе горка самоцветов. Соорудим колонны, ступени. Обустроим домик-рюкзачок мебелью. На спинке удобные лямки. Внутри рюкзачка чудесный заснеженный интерьер.
Давай поиграем куколкой. Как думаешь, куда ее поселить? Ой, рюкзак словно ожил. Девочки, он позади. Помогите, он нас преследует. Но рюкзак не отстает. Он на меня напал. Спасите! Вижу, вы познакомились с моим рюкзачком. Иди сюда, мой хороший. Они не хотели тебя обидеть. Эльза, он что, живой? Конечно, просто хотел поиграть с куколкой. Переноска для котика превратится в новый дом. Обтягиваем Фамеран блестящей тканью. По стыкам сверкает подсветка. Вырезаем полочку второго этажа. Палочки для суши заливаем термоклеем. Выстроим колонны из сосулек. Между ними высокая лесенка. В углу лежат ледяные глыбы. Соберем трон. Разместим на втором этаже. В рюкзачке царит вечная мерзлота. Осталось обставить домик. Уютное местечко напоминает Эльзе дом. Сестренки проводят время на пикнике. Эльза, смотри, что я нашла. Волшебная книга. Ух ты, Авиус Делификус. Ура! Мини-рюкзак превратился в огромное рюкзачище. Сколько здесь места, похоже на наш замок. Hey. Смотри, Олаф, выпустите меня! Тяну, дружок. Юху! О, милые типсы. Вырезаем прямоугольник, приклеиваем дисплей, ноготок перекрасим, нанесем лак, мягкий чехол и длинная блестящая цепочка. Выглядит очень мило. Теперь смартфон точно не потеряется. Она обожает играть на арфе. Скоро главное прослушивание, я так волнуюсь. Приветик, что делаешь? Нужно успеть подготовиться. Не отвлекай, прошу. Послушаем музыку на новеньком айфоне. Юху! Ноги сами тянут танцевать. Эльза, ты можешь перестать? Это и моя комната. Делаю, что хочу. Отдай телефон, живо! Девочки, что за шум? Она первая начала. Нет, она. Она. Тише, просто делайте все по очереди. Okay. Так и быть, можешь поиграть на моем айфоне. Сестрички нашли компромисс. Сломанный калькулятор никуда не годится. Достаем кнопочки. Пилочка заменит корпус. Приклеиваем узкий экранчик. Пингвин в восторге. Калькулятор как новенький. Вы купили хот-дог, а подруга угостила еще одним. Сколько сосисок в двух хот-догах? Использую волшебный калькулятор. То-то все удивятся. Ух ты! Что за волшебство? Окей, рассмотрим задачу на практике. Наколдуем еще больше. Что происходит? Теперь хот-догов хватит на всех. Перекус. Даже учительница решила подкрепиться. Из блестящей ткани сшиваем сумочку. Украшаем рюшами в звездочках. Сумка для сменной обуви очень милая. Эльза, присоединяйся. Чего ты сидишь? Я забыла ролики. Не расстраивайся, крошка. Олаф спешит на помощь с мешком сменной обуви. Ого, сколько всего. И как это поместилось?
Ура! Погнали кататься! Ю-ху! Спасибо волшебной сумке! Я с вами, подружки! Отрезаем кусочек трубочки. Наполняем клеем. Смешиваем с розовым глиттером. Блестящий клей Elmer's поможет воплотить в жизнь самые необычные идеи хендмейда. Крошка Барби веселится с любимыми игрушками. Зайка, сегодня ты пойдешь в гости к куколке. А вот и нет. Он пойдет со мной. Эй, так нечестно. Отдай. Попробуй догони. Упс, на пол пролился клей. Ой, кажется, я влип. Получил по заслугам. Зайка мой. Сестренка, помоги. Я был неправ. Ладно, давай руку. Вместе играть гораздо веселее. Сколько деталей Лего? Сперва используем старую щетку. Укоротим пластиковую деталь. Немного магии. Розовый микроскоп. Добавим мощные линзы. Приспособление будет прививать деткам любовь к науке. Начался урок биологии. Детишки, сегодня у нас необычное занятие. Мы будем изучать строение объектов под микроскопом. Барби, нам пригодится волосок. Узнаем, из чего состоит структура наших причесок. Кладем волос на стеклышко, подкрутим мощность. Взгляните! Я тоже хочу посмотреть. Сейчас я всех разыграю. Парнишка незаметно заменил волос грязью. Ой, какой ужас! Там что-то многолапое. Так, это твои проделки. Ну, берегись. Праздничная елочка. Возьмем шарик. Сотрем старую краску. Какой нежный розовый. Нарисуем континенты. Проденем ватную палочку. Фиксируем глобус на подставке. С моделью земного шара познавать мир куда интереснее. В школе проходит урок географии. Детишки, запоминайте. О, неужели вам не интересен мой урок? Есть идея. Дети, ау, урок продолжается. Мисс Уинслет, почему вы переоделись? Хочу рассказать вам о моде народов мира. Кто покажет, где был распространен такой наряд? Может, где-то тут? Я покажу, это же очевидно, тут. Умница, так гораздо легче запомнить. Учительница нашла интересный подход к школьникам. Изготовим мини-рюкзачок. Клеим напольное покрытие, обои. Разделяем домик на два этажа. Закрепляем блестящие лямки. Крошечное кресло. Остальная мебель тоже по размеру. Прозрачную дверцу украшаем отверстиями для воздуха. Детишки будут в восторге. Крошки, посидите тихонько. А я принесу кое-что вкусненькое. Пошалим. Нужно все исследовать. О, апельсинки. Упс, все рассыпалось. Смотри, куда я забралась. О, отправляемся в джунгли. А вот и я. Что вы натворили? Нужно направить вашу энергию во что-то интересное. Как насчет домика-рюкзачка? Смотрите, в нем целых два этажа. Есть с чем поиграть. Детишки в восторге, теперь они заняты, а мама может спокойно отдохнуть. Переноска для кота превратится в супер-рюкзачок. Уплотняем спинку, укрепляем бока фоамираном. Стены украшают обои с принтами. Переходим к мебели. Подготовим старую точилку, фетровый квадратик. Из окамеха сшиваем мягкое сиденье со спинкой. Закрепляем ножки,
получилось удобное кресло. Бутылочка. Обрезаем верх, перекрашиваем в розовый цвет. Мастерим подставку, надеваем абажур. Торшер станет украшением интерьера. Контейнеры разделяем по паре боксов. Лучше в розовом. Соединяем. Получился вместительный комодик под зеркало. Изготовим кроватку. Милая подушка, теплый плед. Сладких снов. Заполним домик мебелью. Милый розовый интерьер. С верхнего этажа можно спуститься по горке. Обклеим домик снаружи пушистым мехом. Крошка Барби отдыхает с братиком в уютном доме. Детишки, я принесла вкусняшки. О, я только за! Спасибо, мамочка! Угощайтесь пончиками с какао. Придумаем шалости на завтра. О, у меня полно идей. Ох, какао меня разморило. Пора готовиться ко сну. Расчешу волосы. Запишу пару мыслей в дневничок. Сладких снов, доченька. Какая милашка, особенно когда спит. Разбираем чудо-фломастеры. Вынимаем наконечник. Обклеиваем этикетками крайон. Складываем восковые мелки в коробочку. Превосходный набор для творчества. Доченька, я собираюсь скоро уходить. Остаешься за старшую. Юху, без проблем, мам. Уже придумала, чем заняться? Что-нибудь придумаю. Ладно, мне пора. Будь паинькой. Наконец-то могу заглянуть в мамину косметичку. Ух ты, карандашик! Нужно украсить стену. Ах, Барби, тебя посетило вдохновение? Так же красивее, правда, мамочка? Творчество нужно поощрять, но мой карандашик не годится. Держи набор мелков. Вау! Можно нарисовать что угодно. Мама с дочкой вместе расписали стену сказочным пейзажем. Мастерим блестящий пенал. Добавим застежку-липучку. Вынимаем стержень из ручки. Магия уменьшения. Сверху мордочка мишки. Ручка словно покрыта сладкой посыпкой. Разделим карандаш. Обмотаем блестящим скотчем. Не хватает только линейки. Урок в самом разгаре. Детишки, достаем школьные принадлежности. Подготовьтесь к самостоятельной работе. Нарисуйте лошадку. Как хорошо, что я захватила новенький пенал. Ух ты, Синди, какие красивые у тебя материалы! Можно мне ручку, а мне линейку? Девочка любезно поделилась с подружками. У всех получились чудесные рисунки. Умнички! Какой замечательный класс! Пригодится прозрачный пластик. Клеим шаблоны. Вырезаем заготовки для ножниц. Можно разрезать что угодно. Малютка мечтает стать модельером. Мои наряды покорят весь мир. Начну делать эскизы. Но где же взять ткань? О, ножнички! Подойдут шторы. Вокруг полетели обрезки. Вот так! Платье почти готово. Осталось украсить тесьмой. Хорошо, что рядом подушка. Похвастаюсь маме. Здорово получилось. Доченька, пора обедать. О, что с нашими шторами? Что здесь творилось? Oh my gosh. Мамочка, смотри, я сама сшила платье. Теперь ясно. Очень талантлива, детка.